Из детского приюта в дом семейного типа эти дети переехали сразу после Нового года в начале января. Как будто маму и папу ребятам подарил Дед Мороз. Сергей и Ольга Брух в одночасье стали родителями для 7 детей, а еще у них 2 родных. Всего 9 ребятишек. Скучать некогда, в их доме всегда шумно и весело, постоянно звучит детский смех. Мальчуганы вместе с девчонками гуляют во дворе. Он у них словно мини-парк развлечений. Здесь больше направлено на семейные отношения, на взаимопомощь, взаимоуважение. У детей есть свои обязанности. Вот, они наравне, как и обычные дети, с семьей ходят в школу, детский садик, развиваются, общаются. В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, в гости к семье приехали волонтеры молодежной организации и специалисты администрации Ленинского района Бреста. Как и полагается, не с пустыми руками. Спортинвентарь, констовары, сладкие гостинцы, раздача подарков – самый приятный момент акции. Ко дню защиты детей международного праздника мы решили приехать и поздравить деток, чтобы они все-таки чувствовали, что к ним не только есть родительская любовь, но есть любовь еще от организации и города Бреста. Также хотелось бы поздравить не только детей, но и родителей, которые пошли на этот шаг, взяли себе столько много детей. У нас есть различные акции, это как раз «Школу с добрым сердцем», «Чудеса на Рождество». И в эти праздники мы постоянно детей, как говорится, одариваем подарками, чтобы они видели и чувствовали и принимали нашу любовь к себе. Молодежь Ленинского района всегда была и остается активной, несмотря на все жизненные перипетии. Поэтому сегодня совместно с администрацией Ленинского района мы приехали в дом семейного типа на Дубровку, чтобы немножечко поддержать семью в плане того, что лето наступает, нужно деткам и мячики, какой-то инвентарь спортивный. Кстати, подарки собирали чуть ли не всем районам. Спонсорами выступили предприятия «Брестские тепловые сети» и «Белтелекома», 32-я и 33-я школы, Фонд развития государственно-частного партнерства, Брестское отделение Белорусской железной дороги. Доставили подарки волонтеры. Я искала такую организацию, которая сможет осуществить все мои мечты. Я всегда мечтала, хотела помогать детям, и вот я нашла БРСМ. И уже год как помогаю детям. Ездим, помогаем. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.